Всем привет! Сегодня буду готовить рулет просто из того, что есть в холодильнике. Ингредиенты могут быть любые, но всегда получается очень вкусно. Берем 50-70 грамм фарша, у меня свиной. Добавляем 3 яйца, трем на крупной терке или режем мелко кубиком одну луковицу. Трем на крупной терке одну большую картошку и 50 грамм сыра. Все хорошенечко перемешиваем. После перемешивания смесь оказалась густой, поэтому я добавила еще 2 яйца. Перемешиваем, солим по вкусу. Я добавляю всегда на глаз 3 щепотки соли и обычно по вкусу то, что надо получается. Перчим. Противень застилаем пергаментной бумагой, смазываем растительным маслом, выкладываем на противень картофельную смесь, разравниваем и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Пока запекается картофельный корж, сделаем соус. Режем небольшой пучок укропа, берем по 2 столовые ложки сметаны и майонеза, солим, трем один большой зубчик чеснока, укроп, все хорошо перемешиваем. Режем один средний помидор, достаем из духовки картофельный корж, смазываем соусом, выкладываем помидор, сворачиваем рулет и отправляем в духовку еще на 10 минут. Вот такой получился рулетик. Рулетик в разрезе вот такой. Мне понравилось, получилось вкусно. Теперь буду часто делать такие рулетики, только менять начинки и состав. Советую приготовить. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жду ваши комментарии. Для меня они очень важны. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь видео со своими друзьями. Желаю всем приятного аппетита, будьте здоровы и до скорых встреч!